В Ледовом дворце прошло подведение итогов детского конкурса «Я люблю хоккей». Церемонию награждения ребят провели глава администрации Алексей Голубев и генеральный директор хоккейного клуба «Саров» Виктор Левашов. Мне приятно смотреть на детей, сколько детей втягивается в хоккей. С каждым годом все больше и больше. Хоккей, он помогает детям ставить свои характеры, становиться мужчинами. В конкурсе приняли участие около 20 ребят. Кто-то готовился к конкурсу самостоятельно, кто-то всей семьей. Но всех объединяет одно – любовь к этому зимнему виду спорта. Я сначала был полевым, и я люблю шайбу бросать. И я теперь стал вратарем, отбиваю шайбу. Я просто ходил за тот вратарем, потому что я мечтал им стать, потому что он хорошо ловит, он очень быстрый. На протяжении месяца юные фанаты рисовали картины, лепили из пластилина и мастерили различные поделки, посвященные любимой команде. Там мы сделали, была медаль, и там я раскрашивала. Что было на медальке изображено? Хоккей и Саров. Я пришла из сумок и сделала рампу. После церемонии награждения ребят ждал приятный сюрприз – большой торт и сладкий чай. Мария Рунч, Владимир Есенников, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.